Всемку. На ютубе в последнее время полно гайдов по фарму гаммы. Кто-то советует фармить АФК установки, кто-то просто фармить обочину или черный объезд. Но я по чистой случайности нашел, пожалуй, самый быстрый и эффективный способ фарма гаммы на кузне за любую группировку. В любом костюме, с любой сборкой. Давайте разбираться. Взглянем на карту с протоэлектрами на кузне. На стороне каждой из группировок есть две протоэлектры, которые работают очень интересно. Суть в том, что когда вы фармите одну протоэлектру, почти сразу же и рядом появляется вторая. Работает это следующим образом. Мы бежим к одной из протоэлектр, фармим ее, далее сразу же после того, как появилась вторая, бежим к ней. К вашему приходу она уже должна появиться. Посмотрим желательное снаряжение. Тут все максимально просто и ясно. Предпочтительно будет Зивка, так как у нее есть пассивный реген и плюс 25 переносимым весом, а также третья пси. Если свечку вы не успели поставить и так и не выбили Зивку за прошлый ивент, тогда вам подойдет любой костюм, у которого есть переносимый вес. По типу мула, аборигена или, например, разведка. Контейнеры. Самый важный предмет в нашем способе фарма. Нам пригодится как минимум рюкзак 3-зип. Или еще лучше советский самоходный рюкзак. Блять, самоходный. Вам пригодится как минимум рюкзак 3-зип. Или еще лучше советский походный рюкзак. Желательно также сделать в него сборку на вес. Вес – все, чего нам будет не хватать во время нашего фарма. Также советую обзавестись сборкой на эффектив, которая поможет нам фармить. А что же из оружия? Оно нам нахер не надо. Наш способ фарма никак не связан с ПВП. Оружие будет только потреблять драгоценный нам вес. Если уж кто-то и придет по вашу душу, я предпочитаю просто давать драп. Плюсы и минусы фарма этим способом. Плюсы. Низкий порог хождения. Для фарма этим способом не нужно ничего. Только если костюм на третью пси. Ну или на крайняк у нас есть таблетоса. Безопасность фарма. Я фармлю этим методом уже около недели. Меня успели убить только 3-4 раза. Низкая стоимость закупов. Мой закуп для фарма этих проток выглядит примерно так. Подойдет всем. С плохим компом, лагающим интернетом и даже беременным и инвалидом. Минусы. Слегка скучный и примитивный геймплей. Полезные фишки при фарме. Если вы такой же ленивый, как я, чтобы не бегать, вот вам актуальные способы фарма этих протоэлектро. Как профессиональные руферы, делаем зацеп и сидим курим бамбук, смотря как под нашими ногами лопаются пузырьки протоэлектро. Советую ставить свой закуп гемостат. При наличии жрать боевой горох, заливает в кишмиш валярой. Собственно, на этом все. Примерный заработок с ваших ходок будет 300-400 тысяч, в зависимости от вашей удачи на блоке. У меня в среднем вылазка занимает 20-25 минут, и с продажи гаммы с проточастями выползает до 500 тысяч. Пробуйте, фармите.